Alba gara bala 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 bala. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Килгара лареблиште дарья брешта, некса турья ларабрека турья ларабель, лудри блешта кандруса тетея. Аллилуйя. Помазывай, Господи, это слово. Пусть оно падает в добрую почву. Пусть оно будет обличено в силу и власть. Формируй сильную церковь. Формируй сильных лидеров. Формируй сильных пасторов, прославителей. О, делай мужей сильных славой и силою. Делай жен мощных, помазанных. Поднимай народ, обреченный во власть и силу твою. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак. Тема моей проповеди. Смотрите, тема. Младенчество и сыновство. Одно ли это, или одно ли это тоже, или это разные вещи. Я хочу объяснить такую вещь, что младенчество и сыновство это разные вещи. Можно быть младенцем и не стать сыном. И воля Божья, Un Dieva griba, чтобы мы имели не только lai mums būtu ne tikai младенчество, zīdēnība, но чтобы мы еще и унаследовали сыновство. Mēs iemantot dievbērnību. Итак, младенчество и сыновство. Zīdēnība un dievbērnība. Давайте посмотрим сейчас послание к евреям. Ebreju vēstulē. Пятая глава. Piektā nodaļa. И начнем. Sāksim. С 11 стиха. 11. Пантā. Евреям 5. Ebrejiem 5:11. Об этом надлежало бы нам говорить много. Par to mums būtu daudz ko runāt. Но трудно истолковать. Bet ir grūti darīt to saprotam. Потому что вы сделались неспособны слушать. Kūdri palikuši dzirdēt. Ибо судя по времени. Bet lai gan laika ziņā. Вам надлежало быть учителями. Jums pienākas būt tiem, kas māca. Но вас снова нужно учить. Jums atkal vajadzīgs kāds. Первым, kas jums māca. Началом. Dievā. Слово Божьего. Pirms sākumus. И для вас нужно. Un esat tapuši. Молоко. Par tādiem, kam vajag pienu. А не твердая пища. Ne cietas barības. Всякий, питаемый молоком. Kas bauda pienu. Несведущ. Ir tas слове правды. Nepratējis. Потому что он младенец. Jo tas ir bērns. Твердая же пища. Bet pilngadīgiem pienākas. Свойственно совершенным. Cieta barība. У которых чувства навыка, тем, кому переживаемы, приучены к развлечению добра и зла, ищет лабу и ляуну. Поэтому, тапец, оставивши начатки учения Христову, поспешим к совершенству. И не станем снова неликдами откал полагать основание памату, обращению от мертвых дел дарбим, и вере в Бога. Он тицит делом. В этом месте Шавета, апостол Павел, апостол Павелс, открывает некоторые проблемы, даже с проблемами, которые могут иметь место в церкви, в жизни человека, в жизни детей Божьих. И самая великая проблема, проблем, которая может стоять и подстерегать нас в нашем духовном возрастании, это младенчество, оставшееся без сыновства. Зиданим паликус без дилбернимс. Родиться свыше – это великое благо. Это великое чудо. Это великое благословение, которое мы имеем от Бога. Но то, что рождается от Бога, оно имеет стремительный рост. То, что рождается от Бога, оно не может оставаться в застывшем состоянии. Все, что рождается от Бога, оно имеет потенциал безграничного развития. Все, что рождается от Бога, оно меняется каждый день. Посмотрите на своих детей. Посмотрите на деревья весною. Посмотрите вообще на птиц. Посмотрите на весь мир. Все в мире движется. Все в мире развивается. Все в мире зреет. И имеет тенденцию к прогрессивному развитию. Когда мы рождаемся духовно,
Мы должны знать. Mums jāzina. Что мы младенцы. Мы сам зидаņi. Однажды должны оставить это младенчество и достичь совершеннолетия, достичь духовного совершеннолетия. Никто не будет возражать против того, что младенцы не умеют воевать, младенцы не умеют строить, младенцы не способны решать важные серьезные вопросы. У них слабые ноги, чтобы далеко ходить. У них слабые руки, чтобы держать оружие. У них мозги слабые, чтобы решать какие-то глобальные проблемы. Да и вообще, где вы видели детей на строительной площадке? Где вы видели детей на передовой военной? Где вы видели детей в какой-нибудь, скажем, там космической техники? Космическая техника. Да, дорогие мои, дети есть дети. Они в яслях, они в детсаду. И для детства Господь определил определенный срок. После чего человек должен созреть. Если вчера он не мог ходить, он сегодня должен ходить. Если он вчера не мог держать руками какие-то тяжести, он сегодня должен делать. Если он вчера не мог соображать, он сегодня должен соображать. И здесь он делает маленький упрек. Он смотрит на одну из церквей. Приходит к своим слушателям. Приходит к христианам. И смотрит. Он сказал. Это хроническое младенчество. Вы слушайте, судя по времени, вам уже надлежало быть учителями. Судя по времени, у вас должны уже быть прочные ноги, и вы должны уже не хромать и не расползаться. Вы должны уже прочно ходить путями правды и святости. Судя по времени, в ваших руках уже должны быть не бутылочки с молоком, должен быть уже меч обоюдоострый. Судя по времени, вы должны уже не в песочнице играться, а строить царство Божие. Судя по времени, вам бы уже пора в пору прекратить междусобные войны и размазывать сопли по своему лицу и по своим друзьям, выясняя отношения, кто на кого обиделся, кто кого не пригласил, кто на кого что плохо посмотрел. Но судя по времени, детские игры должны быть закончены. Ну вот я прихожу к вам, и опять слышу одно и то же. Он обиделся на меня. Этот бунтует против меня. Я того не признаю. Этого того. Да что за царство плоти в царство в церкви Божьей? Судя по времени, ваша церковь должна уже вырасти на целую тысячу. А вы никак не выясните, кто сидит рядом с тобой. Боже мой! Опоздание во времени. И Павел достаточно серьезно. Павел достаточно серьезно обеспокоен. Вам было выделено время. Вам было выделено слово. Вам было выделено вообще помазание. Вы его не используете. Ваше младенчество осталось без сыновства. Да, можно мечтать. Можно бредить. Можно грезить. Да, мы потенциальные дети Божьи. Чем отличаются младенцы от сыновей? Что такое младенчество? И что такое сыновство? Послушай, сын, говорится, когда я говорю сын, я говорю о духовной зрелости. Сын может сказать, я творю волю, не свою, я творю волю пославшего меня Отца. Слова, которые я говорю, это не мои слова, это слова пославшего меня Отца. Я пришел сюда творить волю пославшего меня Отца. Я знаю характер моего Отца. Да и вообще, кто видел меня, тот видел Отца. Кто слышал меня, тот слышал Отца. Вот как рассуждают сыновья. Алло! Младенчество — это трамплин для сыновства. И Господь желает, чтобы, судя по времени, мы уже вырвались из царства младенчества. Ни один младенец не скажет то, что говорит сын. Если сыновья — это водимые Духом Божьим люди, то младенцы — это водимые плотью.
Христиане. Младенцы никогда не скажут. Кто видел меня? Тот видел отца. Не. Они скажут, кто видел отца, тот видел меня. Они всегда будут говорить что-то очень странное. Кто слышал отца, кто слышал меня. Потому что я так же думаю. Да вы знаете, как младенцы растут. Я Кифин, я Полосов. Я Павлов, es Kifam, es а я Христов. Bet es Kristum. Самый крутой. Pats varenākais. Я Христов. Es Kristum piederu. Вот так. Судя по времени. Skatoties pēc laika. Судя по времени. Pēc laika. Уже можно было бы повзрослеть. Būt pieaugušiem. Но есть вот такая проблема. Bet ir tāda problēma. Когда младенчество остается без сыновства. Paliek без дебани. Без зрелости. Без бреда. Без мудрости. Без гудрības. Без возрастания. Без pieaugsmes. И посмотри, un skaties, вас нужно снова учить началом Слова Божьего. Jūs atkal jāmāc Dieva, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Когда начинаешь говорить о ходатайственной молитве за президентов, за то, чтобы в экономику приходила мудрость Божья, чтобы взять типографию, младенец спросит, а зачем? У меня в холодильнике нечего кушать. А ты говоришь о каких-то там 2300. Да 100 лет мне тут твой драный туалет нужен. У меня у самого такой. Мы пашем тады. И снова нужна такая мягкая пища. Но мы не будем культивировать младенчество. Мы будем культивировать сыновство. Диобернибу. Алло. Церковь это не рассадник капризных, сопливых, ворчливых детей Божьих. Мы здесь для того, чтобы питать людей твердой пищей. На ячейках кормите молочком, а здесь мы будем кормить твердой пищей. И то желаю, чтобы вы все, лидеры ячеек, меняли рацион питания. И обязательно между молочком грецкие орехи суну. Корку хлеба. Майзи пусть грызут, лайграуши. Пусть почувствуют. Лай сают. Вы знаете, у младенцев зубов нет. Зиданьем зубы нам. Вот почему они разговаривают так. Та руна. А зачем? Да прищам. Не надо. Горько. Руд. Холодно. Аугуст. Тепло. Силц. Тесно. Тяжело. Грудь. Бог желает, чтобы мы росли. Лай мес аугту. И Бог желает, чтобы мы кормились. Лай мес боротус. Твердой пищей. А циету барибу. Потому что твердая пища. Цвета барибу. Свойственно совершенным. Та знаете, как определить духовный возраст церкви? Драудзе, гаригу аугум. Знаете, чем, как определить духовный возраст церкви? Гаригу вецум, драудзе, ка нотект. Духовный возраст церкви определяется вецум, ва нотект. Рационом питания этой церкви. Ведь послушай, та, о чем драудзе проповедуют в этой церкви. Слуден, и ты поймешь о возраст этой церкви. Драудзе, если из года в год, там только и говорят, что надо жить дружно, надо жить дружно, надо жить дружно, надо вот святость, 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 надо. Нельзя лгать, нельзя лгать, нельзя лгать, нельзя лгать. Смотри, об обращении, о вере в Бога, надо верить в Бога, надо верить в Бога. Ну ясно, что надо верить в Бога. Но церковь-то для пробуждения нужна. Но церковь-то нужна для того, чтобы оказывать влияние на этот мир, чтобы потрясти город. Младенцы никогда город не потрясут. Для них это вообще чуждые темы. Для них это непонятные темы. Им вообще непонятно, зачем трясти город. Сиди спокойно в своих яслях. И играйся своими игрушками, погремушками. И Павел говорит, твердая пища совершенно, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Духовный человек – это человек, который способен ориентироваться в своей жизни. Это человек, который способен ориентироваться в своем настроении, в своих ощущениях. И он знает, что есть добро и что есть зло. Младенец не разбирает. Младенец идет на проповедь. Горячо. Он узнает это только, когда он прикоснется и начнет орать, как сумасшедший. Горячо! Взрослый, он не будет эмпирическим путем измерять температуру. 100%. Младенцы, зидань. Это причина многих болезней. Это даудзе слимим, драудзе емесалс.
Но в то же самое время... Это пошалайка. В то же самое время... Пошалайка. Павел говорит, давайте поспешим совершенствовать. Стейкс имя спилный. Мы все были младенцами. Мы все ошибались. Мы все начинали. Мы все сакали. Ну, никто не рождался зрелым и совершенным. Пилникс. Дорогие мои, необходимо, чтобы младенцы возрастали. Пиаукту. Чтобы младенцы возрастали. Пиаукту. Что сделать? Кударит. Так, что делать в церкви, чтобы младенчество не затянулось в хроническую форму? Что делать так, чтобы взрослели наши дети? Что делать, чтобы младенчество стремительно уходило из нашей жизни и приходило зрелость? Что делать? Павел говорит, поспешим совершенствовать. Я хотел сегодня бросить тебе вызов. Я прошу, хочу бросить себе вызов. Я хочу стремиться к совершенству. Я хочу, забывая заднее, простираясь вперед. Я хочу свой негативный опыт оставить вчерашний. Я хочу эти мелкие дрязги, плотских вещей оставить во вчера. Я хочу быть духовным человеком. И я постараюсь и тебя сделать духовным. Если Богу удастся меня сделать духовным, я не слезу с тебя, пока я тебя не сделаю духовным. Я буду кормить тебя твердой пищей, пока у тебя не вырастут зубы, пока ты не научишься крыть. Эти орехи, пока мясо не начнешь кусать. Вау! Мы поспешим совершенствовать. И разве ты не чувствуешь, как мы спешим? А? Каждое служение Бог делает что-то большое. Что-то с неба приходит. И Бог говорит с нами, как со взрослыми людьми. Поспешим совершенствовать. Согласитесь, что уже это не популярные темы. А вот такая церковь, да, а это хорошая. А вот тот брат плохой, а я хороший. Согласитесь, эти темы уже уходят. Это рацион питания. Это манная каша уходит уже. И приходит что-то взрослое, серьезное. Аминь. Приходит такая программа. 7500. Это не программа младенцев. Аминь. Программа младенцев. Что Бог убрал моего лидера во имя Иисуса Христа, потому что скотина стоит уже 2 года, пьет мою кровь и мешает мне служить Богу. Я уверен, что сейчас младенчество уходит с повестки дня. И мы начинаем любить человека таким, каким он есть. Аминь. Аллилуйя. Мы поспешим к совершенству. Что делать, чтобы спешить к совершенству? Давай открываем Луки. Давай открываем Луки. 2 глава. Луки, 2 глава. Луки, 2 глава. Утро Нодаля. Утром Нодаля. Вечером Нодаля. Ты уже открыл, да? Ну, читай тогда. Свою Нодали, а я свою Нодали прочитаю. Где Луки, скажи? Во, нашел. 2:40. 9:40. Давайте прочитаем. Луки 2:40. 9:40. Младенец же возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Что делать, чтобы спешить к совершенству? Что делать, чтобы младенчество не затянулось? Что сделать, чтобы, судя по времени, у младенцев не выросли бороды? Что делать, чтобы выйти из младенчества? Необходимо, чтобы младенец возрастал. Скажи, возрастал. Я должен возрастать. Я должен переходить от веры в веру. От силы в силу. От славы в славу. Аминь. Послушай, это написано об Иисусе. Между прочим, Иисус тоже был младенцем. И на жизни Иисуса это, это самый лучший университет. Учиться у Иисуса это самая лучшая школа. Послушай, младенец Иисус, он возрастал. Не было такого дня, не было такой минуты, не было такой недели, не было такого года, чтобы Иисус не возрастал. Вот этот процесс совершенствования непосредственно происходил у него каждое мгновение.
Что определяет развитие? Давайте посмотрим. Какие факторы влияли на рост Иисуса? И вообще, что помогает нам в жизни возрастать? Здесь сказано несколько таких вещей. Здесь отмечено несколько граней. Для того, чтобы ребенок или младенец возрастал, необходимо, чтобы над ним была благодать Божья. Алло, вы понимаете или нет? Если твое младенчество покрыто благодатью Божьей, ты обязательно будешь возрастать. Если младенчество лишено благодати Божией, оно останется младенчеством на всю жизнь. Нам нужна благодать Божья. Аллилуйя. Итак, младенец возрастал только потому, что благодать Божья была на нем. Дальше он возрастал, и его возрастание характеризовалось несколькими вещами. Первое. Он укреплялся духом и исполнялся премудрости. Послушай, когда благодать Божья покрывает младенчество, благодать Божья укрепляет дух. Укрепляет дух и умножает премудрость. Послушай, благодать Божья работает над сердцем человека, внутренним человеком, и обогащает интеллект. Алло! Вы понимаете, как важно? Почему многие младенцы, они остаются рахитами? Они остаются инвалидами, дебилами, духовными дегенератами. Они 20 лет могут ходить в церковь. Они могут 15 лет ходить в церковь. Они всю жизнь могут ходить в церковь и оставаться такими хрониками. В чем дело? Нет благодати Божьей. А если нет благодати Божьей, нет развития интеллектуального, нет премудрости Божьей, нет опыта, и дух не утверждается. Дух слабеет, деградирует. А слабый дух — это причина фарисейства, причина религиозного краха и полного разрушения. Для развития нам нужна благодать. Необходимо, чтобы младенцы во Христе, вот люди каются, приходят к нам, приходят на ячейки. Мы заинтересованы. Это воля Божья, чтобы младенцы возрастали, спешили к совершенству, чтобы их внутренний человек, дух, он утверждался. А для этого необходимо, чтобы благодать Божья была на них, чтобы они исполнялись Духом Святым, чтобы их воспитывали в атмосфере Божьего присутствия, чтобы они реально прикасались к Богу, чтобы не только читали о присутствии, не только читали о помазании, не только читали, что где-то Бог что-то делает. Необходимо, чтобы младенцы возрастали, воспитывались в атмосфере Божьего присутствия. Благодать Божья нужна. Благодать Божья. Я уверен, что благодать Божья, она не оставит тебя прежним. Благодать Божья не оставит тебя в прежнем состоянии. Благодать Божья всегда изменит тебя. И она всегда добавит тебе премудрости. Младенец возрастал, потому что дух утверждался. Потому что откровения приходили. И благодать Божья. Знаете, как Дух Божий носился над водой. Земля была безвидная и пуста, и мрак над бесною. Вот что такое младенчество. Земля безвидная и пуста. Может быть, тебе кажется, что ты что-то из себя представляешь. Но в духовном отношении, да кем бы ты физически не был, там, хоть депутат, хоть лауреат, артист, из погорелого театра, какая разница? В духовном отношении ты представляешь собой землю, которая безвидна и пуста.
тебя сердце пусто, у тебя глаза пусты, у тебя мозги пусты, у тебя вообще все эти вот блоки твоей памяти, они все пусты. Но самое главное, чтобы была благодать. И когда Дух Божий будет носиться над водою, и когда Дух Божий будет носиться над младенцем, над неустроенной жизнью, Он будет вкладывать законы Божии в эту землю. Он будет вкладывать эти законы Божьи в твое сердце, в твое мышление. И что дальше? И начнет отделять свет от тьмы. От тьмы эту воду от суши. Он начнет отделять святое от несвятого, плотское от духовного и наводить порядок. А если Дух Божий не будет носиться над тобой, твоя земля, она годами будет безвидна и пуста. И ты будешь всю жизнь говорить, царство Божие не придет приметным образом. Слушай, уже 3 года прошло, и что-то царство твое до сих пор неприметное. Ну знаешь, по-разному. Уже 5 лет прошло. Брат мой, как? Он был росток. И сухой земли не было в нем ни вида, ни величия. Видишь, я это. Слушай, ну 5 лет, уже какой-то вид должен быть. Уже какое-то величие должно быть. А ты как подсолнух. Слушай, ну сколько, ну судя по времени, сколько тебе нужно, чтобы это распустилось? Еще 5-летку. Слушай, если Дух Божий носится над водою, если Дух Святой носится над землею, она быстро-быстро будет изменяться. Она стремительно будет меняться. Младенцы наши, они растут на глазах. Не успеешь командировку съездить, возвращаешься домой, смотришь, уже нос вот такой, руки вот такие, уже слова какие-то выговаривают. Младенцы быстро взрослеют. Главное, чтобы была благодать. Дорогой, давай расшифруем. А что такое благодать? Для того, чтобы спешить к совершенству, для того, чтобы войти в эту позицию сыновства, то есть позицию служения Богу. В конце концов, Богу младенцы нужны поскольку. А намного больше Богу нужны сыновья. Понимаете или нет? Это хорошо, что ты младенец. Но это только полпрограммы. Это лишь условие. Это прелюдия. Это лишь пристрелка. Бог говорит, давай, возрастайте. Не могу с вами сработаться. Давайте быстрее. Я хочу, чтобы ты повзрослел. Я хочу с тобой сотрудничать. Я хочу тебе свою волю открыть. Я хочу тебе доверить свою праведность. Я хочу тебе свое оружие дать. Я хочу свой дух дать. Я хочу тебе дать свою власть. Я хочу, чтобы ты разрушал дела дьявола. Вот для чего ты родился. И вот. Благодать Божья нужна. Мне так бы хотелось, чтобы наши ячейки были помазаны. Чтобы в молодых церквах было огненное присутствие Божье. Чтобы благодать Божья была над всяким человеком, который приходит в церковь. Чтобы он каждый день утверждался духом. Чтобы он соприкасался своим духом, с духом Божьим. Дорогой, если я не соприкасаюсь с Богом, откуда мой дух крепче станет? Ну кто ему даст крепость? Но если этот младенец, каждый день он находится в помазанной обстановке, он исполняется Духом Святым, он сокрушается, он начинает воевать, он начинает поклоняться Богу. Естественно, Дух Святой утверждает его дух. Если он слышит проповедь, не просто какая-то размазня, не просто какие-то басни про белого бычка, а он слышит Евангелие, он слышит здравое слово. Он слышит законы Царства Божьего, по которому строится жизнь. Он получает мудрость от Бога. Как жить свято, как процветать, как иметь авторитет, послушание, признание Бога. Когда он слышит это все, строится его внутренний человек, строится его разум. Премудрость Божья наполняет его. Он не останется прежним. Он начнет мыслить, как взрослый. Он начнет мыслить. Не надо сюсюкаться с младенцами. Не надо растягивать это детство. Не надо эти сантименты. Начинай строить людей посредством благодати Божьей. И ты увидишь, этот человек будет на днях просто по часам
поднял меня, он будет так стремительно возрастать. Что такое благодать Божья? Дорогой мой, благодать Божья – это очень интересная вещь. Ответь мне на вопрос, что такое благодать Божья? Ну, спроси своего соседа. Спроси своего соседа, что такое благодать Божья? Пусть он тебе ответит. Скажи, что такое благодать Божья? Это атмосфера, в которой младенец будет возрастать. Но все-таки, что такое благодать Божья? А что такое за атмосфера? Наверное, это Дух Святой. Наверное, ну слушай, а что такое Дух Святой? Ну это когда жарко или когда холодно? Это когда люди падают или когда стоят? Позвольте мне спросить вас, новое поколение. Постар, что такое благодать Божья? Милость Божья. А что такое милость Божья? Это благодать. Бог есть Дух, а Дух это Бог. А что такое благодать Божья? Атмосфера Духа Святого. Атмосфера Духа Святого. Святая гора атмосфера. Классно. А скажите, атмосфера Духа Святого принесет премудрость? Святая гора атмосфера. Отнесись к гудрим. Вот придет Дух Святой, вот и вы будете хохотать 3 часа на полу. Три стунды сгрейдс. Вот слушайте. Вот здесь-то мы сейчас и постараемся сейчас прочитать несколько мест, чтобы увидеть, как Библия характеризует это слово. Благодать Божья нам нужна. Но что это такое? Но что такое благодать? И вот давайте сейчас почитаем несколько мест Священного Писания. Ибо, если мы не знаем, что такое благодать, наши младенцы расти не будут. Если мы не раскусим до конца этой категории, что такое благодать, наши младенцы, они останутся младенцами на всю жизнь. Итак, что такое благодать? Давайте откроем несколько мест. И первое, это Екклесиаст 10.12. Открывай Екклесиаст 10.12. Слова из уст мудрого – это благодать. Екклезиаст пишет, что слова из уст мудрого – это благодать. То есть благодать напрямую связана со словами. Там, где есть слово, там благодать. Там, где благодать, там всегда есть слово. Идем дальше. Псалом 44. Псалом 44. Конечно же, ты наизусть знаешь этот псалом. И здесь записано так. 44.3. Ты прекраснее сынов человеческих. Пишет псалмопевец. Благодать излилась из уст твоих. Поэтому благословил тебя Бог вовеки. Благодать связана с устами. Слушай, это очень серьезная вещь. Младенец должен находиться в благодати Божьей. Источником благодати Божьей являются человеческие уста. Благодать неразрывно связана со словом или с твоим исповеданием. Благодать излилась из уст твоих. Она не приходит откуда-то, она приходит из уст мудрого помазанного человека. Понимаете или нет? Благодать излилась из уст твоих. Мои дорогие пастора, мои дорогие помощники, что льется из твоих уст, когда перед тобой младенец, должна литься благодать Божья, а не канализация. Здесь благодать излилась, и поэтому благословил тебя Бог навеки. Слушайте, когда из твоих уст изливается благодать, Бог тебя благословит навеки. Он благословит твоих детей, они возрастут, и твоя церковь умножится. И если из твоих уст льется благодать, то ты сможешь припоясать себя по бедру мечом.
и славою, и красотою. И в этом украшении ты сможешь поспешить и воссесть на колесницу ради истины, и Бог покажет славу свою. Итак, благодать исходит из наших уст. Дальше. Следующее место. Ефесянам. Ефесянам 4:29. Ефесянам 4:29. Слушай. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Духа Святого, Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Никакое гнилое слово не создаст благодати Божьей. Слова из уст мудрого. Слово Божье, которое исходит из твоих уст, оно может доставить благодать слушающим. Жалостив, там, как склаусь. Знаете, как бы я мог охарактеризовать, но я попозже это характеризую. То есть опять. Откал. Источником благодати является твое исповедание. Исповедание Слова Божьего. И когда ты говоришь Слово Божье по воле Божьей, Дух Святой начинает двигаться. Вы понимаете? Благодать – это сотрудничество твоего слова с Духом Святым. Когда Петр говорил слово, Дух Святой сошел на слушающих его. Что такое благодать? Это когда ты говоришь правильные вещи и создаешь атмосферу, в которой это слово меняет жизнь человека. Если коротко сформулировать, что такое благодать, это сила слова, преобразующая человеческую жизнь. Не просто сила Духа Святого. Запомни, Дух Святой без слова никогда ничего не делает. Вот здесь и кроется ошибка и религиозная крайность многих конфессий. Слова нету, мы тяготеем к благодати. Благодать признает слово. Благодать зависит от слова. Благодать исходит из того же места, а от уст человеческих. Вот почему и написано, что никогда не говори гнилые слова, что Дух Святой будет оскорблен, и никакой благодати не будет. А ты говори так, чтобы твое слово принесло благодать слушающим. И эти младенцы, они будут видеть свое несовершенство. Они будут видеть свои недостатки. Они будут видеть свои сопли, свою грязь, свое несовершенство. И слово будет судить их. И слово будет менять их. И слово будет судить помышления и намерения сердечные. Оно будет проникать до разделения души и духа. Сила слова. Вот что такое благодать. То есть ты должен детям так говорить, чтобы твое слово имело вес. Чтобы из твоих уст излилась благодать. И когда ты говоришь, твое слово авторитет, оно веско, оно как меч обоюдоострый, оно просто как облако наполняет слушающих. И ты чувствуешь, перед этим словом трепет приходит. Перед этим словом капитулируется всякая человеческая мысль, всякая человеческая мудрость, гордость. Перед этим словом авторитетным, веским, аргументированным, помазанным, человеческое естество открывается. Бог, меняй меня, исправляй меня, преображай меня. Источником премудрости является благодать. И ржалство его. Другой, просто атмосфера. Когда весело, когда жарко, или когда даже тебя трясет. Но если там нету слова, оно не даст тебе премудрости. Младенец возрастал, слушай, младенец возрастал, укрепляясь духом, исполняясь премудрости, потому что благодать Божья была на нем. Благодать Божья — источник мудрости. Если
мудрости ты исполняешься Духом Святым, но никакой мудрости в твой разум не приходит. Это чувственная религия. Бросай ее и приклейся к Слову Божьему. Послушай, в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть. Что начало быть? Никакого помазания не может быть там, где прежде не начнет звучать Слово Божье. Алло! Вы здесь или нет? Что такое благодать? Новое поколение, что такое благодать? Нескольким людям вокруг тебя, скажи, что такое сердце, что такое благодать. Жалости. А теперь 1 Петра открой. 1 Петра, отверстим. А теперь открой 1 Петра. 1 Петра, вастун. А у меня своя точка зрения. Ну, оставайся при своей точке зрения, мы пойдем дальше. 1 Петра 1.13. Слушай. 1.13. Клаусис. Идем дальше. Поэтому, возлюбленные, припоясавши числа ума вашего, бодрствуя, мудры будем, совершенно лицит, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вы понимаете? Здесь написано. Припоясавши числа ума своего, уповайте на подаваемую вам благодать. Благодать подается. И благодать всегда будет иметь стержень. Благодать всегда будет иметь скелет. Благодать всегда будет иметь суть. И этой сутью, этим стержнем, этим скелетом будет являться помазанное силою Божьей Слово Божьего. Я могу уповать только на Слово Божье. Я не могу уповать на силу. Я не могу уповать на чувства. Я не могу уповать на настроение, на какое-то чувственное переживание. Я могу уповать только на подаваемое Слово Божье. Причем помазанное Слово, которое судит меня, которое изменяет меня, которое утешает меня, которое взрывает мою веру, которое создает эту атмосферу, в которой меняется мое мышление, в которой меняется мое настроение, мой внутренний человек, и я расту. Я расту. В благодати я расту. Амен. И Павел говорит о благодати. Мое слово и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на букве, но чтобы вера ваша утверждалась в благодати Божьей. Амен. Лидер ячеек, пастора, руководитель, когда рядом с вами младенцы, когда перед вами новообращенные, мы не имеем права убивать их буквой. Мы не имеем права тыкать их. Ты должен меняться, ты должен молиться, ты должен изменять, ты должен евангелизировать, ты должен жертвовать. Он ничего не должен. Мне не коснул ядра. Создай благодать. Ради жалости. Из уст твоих должна литься благодать. Жалости. И когда ты будешь говорить, которое у нас помазанное слово, ты даже не представляешь, благодать изменит этого человека. Благодать утвердит его дух. Благодать даст ему мудрость. Благодать научит его мыслить, как ты. Если нет помазания, твое слово безуспешно. Нам нужно помазанное Слово Божье. Нам нужна сила Слова, которая преобразует человеческую жизнь. Амин. Младенец возрастал, укрепляясь дух, наполняясь премудростью, и
Все это происходило, потому что благодать Божия висела. Он находился в этой атмосфере. Еще идет, есть одно место. Это послание Титу. Пожалуйста, откроем послание Титу. 2:11-15. Слушайте. Ибо явилась благодать Божия. Ибо явилась благодать Божия. Для чего явилась благодать Божия? Чтобы младенцы повзрослели. Чтобы младенцы, оставивши начатки учения Христова, поспешили к совершенству. Благодать стимулирует рост. Благодать не оставит тебя прежде. Благодать источник мудрости. Для того, чтобы ты жил иначе. Чтобы ты жил как Божий человек. Благодать Божья. Она нужна для тебя. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех людей. Послушай, благодать, во-первых, спасительная. Это не просто чувство. Это не просто настроение. Это Слово Божье, облучающее человека во грехе и дающее ему покаяние. Поэтому благодать – это атмосфера, в которой человек слышит Слово Божье и кается, спасается. Спасительная для всех людей. Дальше, научающая нас. Слушай, благодать Божья есть источник мудрости, который строит мышление младенца, который дает интеллект и развивает его мышление. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Дорогой, если ты упиваешься Духом Святым и говоришь, так круто было у нас сегодня на встрече, но это благодать ничему тебя не научила. Если эта благодать не исправила твоего мышления и не показала, что есть мирские похоти, которые вредят тебе в служении, и не дала эта благодать отвращения к этим мерзостям, и не повернула тебя лицом к этому Египту, и не дала тебе взгляд на Иисуса Христа, это не благодать, это религиозный экспириенс. Это чувственная религия, которая, кстати, сегодня погрязли огромное количество невежественных крестьян. Это то, что может грозить тебе. Благодать Божия, она всегда несет учение. Благодать Божия, она всегда несет слово. Благодать – это слова из уст мудрого. Я не признаю никакой благодати без слова Божьего. Я не признаю никакого духовного переживания, если там нет слова Божьего. Дорогой мой, дьявол может так много играть на наших чувствах. Он может тебя разыграть так, что ты можешь пищать от удовольствия. Но если после этого в твоих мозгах и в твоем сердце не осталось ничего, пустота и усталость, и просто какая-то непонятная атмосфера, берегись этой религии. Нет большего кайфа, как от Слова Божьего. Давид говорит, радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Род Парслей. Однажды был у него. И он говорит, мне не нравится. Что вы орете? Аллилуйя, аллилуйя. Мне нравятся такие проповеди, когда люди не кричат. А когда люди молчат и говорят, он сака. Вот
Вот это, говорит, намного лучше, чем крики. Это благодать Божья. Она роет глубокие пласты. Она касается корней твоего поведения. Она касается области твоих мотиваций. Она выгребает твои подвалы и показывает твоих крыс и тараканов. Показывает твою гордость. Показывает твою зависть. Твой грех и соблазн. Мирские похоти. Посол Алексея Грибас. Который ты должен оставить. Ну, куда я? Какие уж там крики. Если благодать Божья добралась до твоих соблазнов. Ну, клюс ли ставим. И тайных грехов. Слабый. Уже орать не будешь. Ты он не клексовать. Халилуя. Ты уж сидеть. Усэдэсэн. Угу. Угу. Да ничего особенного, собрание было. Ка, смотри. Чуть не заснул. Гандрий, звай, возьми. А я тебя разбужу, брат. А ты с тобой помоги наш, брат. Халлуя. И послушай дальше. Клаусис Талак. Почему младенцы растут? Когда младенцы, новообращенные, они будут в помазанной обстановке слышать учение о святости, праведности, послушании. Ты увидишь, как они быстро будут расти. И дальше, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенно, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя. Вот что такое благодать! Когда человек в помазании говорит, увещевает, обличает со всякой властью. Если хочешь благодать, это власть слова. Можно сказать, и сила слова, и это власть слова. Когда человек говорит так строго, когда человек говорит так серьезно, что ты стоишь и трепещешь перед этим словом. Вот тогда младенцы растут. Если ты не говоришь с ними принципиально, если ты все размазываешь, если ты всякие басни рассказываешь, если расскажешь какие-то истории странные, сомнительные, они на такой шелухе далеко не вырастут. Запомните, от благодати, от здорового евангельского слова, помазанного Духом Святым, младенцы будут расти и возрастать. Запомни, благодать Божья всегда научающая, обличающая, исправляющая и преобразующая нашу жизнь. Младенцы, как важно, чтобы они могли, возлюбить это чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Амин. Дорогие мои, Иисус, Он возрастал в благодати. И, вероятно, родители не раз так, может быть, обильно объясняли ему, где что написано. Давайте освободим сейчас от религиозных представлений воспитания Иисуса. Нам, конечно, кажется, что Иисус, Он напрямую с Отцом, прямо с трехмесячного возраста получал откровение от Бога. Успокойтесь. Он был человек. Он имел родителей. Бог доверил этого ребенка помазанным родителям, которые создавали атмосферу благодати Божией. И мать, и отец, они с детского возраста объясняли ребенку, где что написано. Они объясняли, что надо поклоняться Богу, что не от хлеба зависит жизнь человека, и что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слушай, когда он пришел в возраст, и когда он оказался в пустыне, слушай, это уже не был младенец. Младенец возрос. Это был уже полноправный наследник Божьей благодати. И он уже отражал все нападки дьявола и говорил: «Отойди от меня, сатана!» Ибо написано, хотел бы спросить Иисуса, откуда ты знаешь, где что написано? Он бы тебе ответил, когда я был младенец, с пеленок
Но с молоком вацу, матери, не родители, вацу, говорили, что пейц, где написано. Кас, кур и алло, вы здесь или нет? Знаете, почему младенцы растут? Зида, что он не рассказывают сказки. Не про семерых козля. Последним козлянам. Им рассказывают об Иисусе. Им рассказывают, что дьявол посрамлен. И грядущему роду возвещается слава Божья. Слава. То, что ты в детстве запомнил, оно будет сопровождать тебя всю твою сознательную жизнь. Все, что тебе в детстве записали в твое мышление, в твой менталитет, на скрижали твоего сердца, оно будет сопровождать тебя всю твою сознательную жизнь. Когда ты пришел в церковь, и все, что тебе первые учителя говорили и учили, оно будет формировать твой путь, твою философию и твое служение. Настав юношу в начале пути, и он не свернется так пути. Он будет служить Богу так, как ты научил его. Дорогие, как важно, чтобы наши дети, они купались в благодати Божьей, чтобы они слушали Слово Божье, чтобы ты, отец, ты, мать, ты, руководитель, ты, пастор, был полон Слова Божьего. И чтобы, когда ты говорил Слово Божье, говори из глубины своего сердца, чтобы это благодать, чтобы твое Слово доставило благодать, то есть творческая сила Слово, чтобы оно могло исправить сердце и изменить его мышление. Аминь. Давайте откроем еще одно место. Еще одно место. Давайте откроем Галатам. Давайте откроем Галатам. И одно место здесь еще зачитаем. 4.1. Еще скажу. Zinu. Еще скажу. Наследник, коли в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Итак, младенец возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, благодать Божья была на нем. Позвольте, кто создавал или кто был источником этой благодати Божьей? Это не просто абстрактно. Абстрактная благодать Божья была на нем. Источником благодати всегда были и остаются люди, которых использует Бог. И именно этими людьми для младенцев и детей являются попечители и домоправители до срока отцом назначенного. Отец, в конце концов, желает иметь взрослых сыновей. И он начнет серьезное взаимосотрудничество с нами, когда мы повзрослеем. Когда мы оставим младенчество и попечители должны заботиться об одном, о самом главном, чтобы младенцы поспешили к совершенству. Церковь, мы существуем не для того, чтобы быть яслями или детским садом пожизненно. Да, здесь есть ясли, здесь есть ясельные группы, но попечители и домоправители, они должны обеспечить благодать Божью на всех уровнях. Прославление ли? Благодать Божья. Воскресная школа? Благодать Божья. Или это лидерские? Благодать Божья. Или это пасторские? Благодать Божья. Да встреча любая, благодать Божья. Мы должны взращивать и доводить до совершенства новообращенных, чтобы они крепко стояли, чтобы они могли воевать, чтобы они могли строить, чтобы они проповедовали и были служителями Божьими. Попечители, мы имеем великую ответственность перед Богом за тех младенцев, которые имеются в нашем распоряжении. А теперь, дорогие мои, откроем Исаия 9.6. Откроем Исаия 9 глава и 6 стих. Младенец возрастал.
Потому что благодать Божья меняла его. Он слышал учение. Он слышал Слово Божье. Оно формировало его характер, его мышление. Слово Божье строило личность. Давайте прочитаем. 9:6. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, умножению владычества его и мира нет предела. На престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой от ныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Отмечаю две мысли. Младенец родился нам, сын дан нам. Интересная вещь. Младенец рождается, Zīdēnes piedzimst. А сын дает. Bet dēls tiek dots. Младенец. Zīdēnes. Рожден. Родился нам. Mums. Сын дан нам. Dēls dots mums. Младенчество. Zīdēnība. И сыновство. Un dievbērnība. Это не одно и то же. Tas nav viens un tas pats. Сыновство автоматически не приходит. Dievbērnība automātiski neatnāk. Сыновство. Это полномочие, которое дает отец. Tavs, это привилегия, которое отец приготовил для своего сына. Dēlam, это наследие, если хотите. Gribat, наследие, которое отец приготовил tavs, для своего сына. Dēlam, он не дает его младенцу. Позвольте. Atļaujiet. Все эти титулы, владычество на раменах его, умножение владычества его, нет предела, престол, власть, Малко. Царство и жезл силы Божьей. Позвольте, кому принадлежат кому эти титулы? Титулы? Младенцу Зиденем? Или сыну? Байдалам. Дорогие, Дарге. Можно сказать, конечно, принадлежат и тому, и другому, если младенец не станет взрослым, ему как своих ушей не видеть ни владычества, ни царства, ни размножения, ни умножения и престола Божьего. Вы здесь или нет? Вы понимаете, что младенчество и сыновство – это совершенно разные вещи. Хронические младенцы, они стали палачами Сына Божьего. Они не вкусили благодать Божью. Они отвергли благодать Божью о себе. Они не познали, кто они и что они должны сделать. Они стали палачами. Рождается младенец, но сын дается. Вы понимаете, здесь тонкая грань. Ты родился, и я родился. У нас родился. Mums piedzima сын, dēls. У тебя рождаются tev дети для Царства Божьего. Попечитель. Это хорошо, что родился. Piedzima. Но дай нам сына. Dod mums dēlu. Дай нам зрелого. Dod mums briedušu. Христианина. Kristieti. Дай сегодня нам. Dod mums šodien. Состоявшегося служителя. Kalpotāju. Дай нам. Dod mums. Я недавно был на одном. На одной встрече. Вена тыкши нас, Вета. Собирались из плявника. Солоцос. Из плявников. Но плявники. Молодежный лидер. Явный лидер. Я слушал свидетельство. Вы сказал, что есть лет сибис. Сколько-то лет назад. Цик гады отпакали. Один из наших сотников нынешних. Вен сном устагдаем симпники. Проповедовал. Слудинаю. И половина какой-то 92-й школы, ну, пускай как с Денис тот раз сколз. Покаялась. Ну, жало играю. Это были мальчишки, девчонки. Пуйкс, умейтенес. Они были из, не знаю, с одного класса. Они были в одном классе, ганрис виси. Они ничего не знали. Они никого не знали. Они ничего не знали. Они никого не знали. Они просто услышали, увидели. Мне кажется, дзирдэ, ералдзи. Они увидели благодать Божию. Ералдзи, дэй ужалсти. Я слышал эти свидетельства. Я был просто потрясен. Вас бы сатрицинац. Эти неверующие дети. Чем не те цигебары? Единственное, на что мы обратили внимание. Мы спевали саму зманибу.
Вошел человек. Vienāds cilvēks. Вот как будто чаша какого-то света. It kā kaut kāds gaismas trauks. Vakrūk bija tāda atmosfēra. Viņa bija tāda atmosfēra. Просто как будто зажмуриться хотелось. Viņa gribējās pievērt acis. Этот человек смотрел на нас иначе. Cilvēks skatījās savādāk uz mums. Благодать. Это самый решающий аргумент твоей евангелизации. Благодать спасительная. Ты можешь выучить все проповеди. Ты можешь на зубок знать. Все евангелизационные принципы. Но если не будет благодати, дорогой мой, у тебя будет полнейший провал. Эти девочки говорят, для меня было удивительно. Он был бринум. Видеть такого человека. Видеть этого человека. И мы просто слушали. Мы сидим кашку съели. Вышли на покаяние. Мы сидим с грех ножал. Мы повторили эту молитву. Мы откатываем шалукшину. Внутри что-то происходило. Их же какого снотика. Жизнь менялась. Зиги майнияс. Сегодня мы уже ведем ячейки. Что мы сидим в этом шулинис? Сегодня мы уже стараемся быть таким же источником света, любви и благодати. И когда к нам подходят люди и спрашивают, откуда вы? Что вы из себя представляете? Мы дети Божьи. Я помню то время, когда Татьяна вела эти молодежные ячейки. Младенцы-то родились. Зидань пьедзима. Это хорошо, что они родились. А сила быковин пьедзима. Рождается так много. Пьедзим стигдаудз. Но дайте церкви сыновей. Бе додает драудзай даус. Зрелых людей. Которые знают отца. Каззинтау. Которые уже могут держать меч. Касварио турет зубе. Которые могут уже спасать грешников. Глав греции. Которые могут молиться за больных. Пошли моим. Вы понимаете, автоматически это не приходит. Попечители, айсбилд. Обеспечьте возрастание младенцев, чтобы они повзрослели, чтобы они поспешили к совершенству. И когда мы сидели здесь и разговаривали, прошло пару лет, может быть, прошли там три года, может, я не знаю, сколько там времени прошло, но много ли это времени, и перед собою я видел лидеров ячеек. Они вчера были младенцы. Сегодня они лидеры. Сегодня они уже ведут, несут ответственность. Сегодня они проповедуют. И видно уже какие-то проявляющиеся контуры завтрашних служителей. Вы понимаете, это наша задача. Не просто тусоваться. Не просто петь песни. Не просто учиться на семинарах или библейской школе. Не просто христианская дружба. Мы здесь что-то делаем. Запомни, если ты, попечитель, не обеспечиваешь возрастание рядом ближайшего твоего друга, ты ничего не делаешь. С тебя Бог будет спрашивать, почему они не растут? Почему вместо благодати Божьей какие-то сплетни, басни, мирская атмосфера, какие-то сальные анекдоты, какие-то сомнительные истории? В чем дело? Почему разрушаешь церковь? Церковь для того, чтобы воспитывать сыновей, воспитывать дочерей, чтобы они возрастали и приносили плод для Царства Божьего. И как приятно видеть, что вчерашние дети, которые ничего не знали, они сегодня говорят, мы в Боге. И было удивительно слушать. Ну а как ты пришла, Господи? Ну я покаялась, вышла. Но потом пришла домой. Сказала, Бог, ну где ты? Ну кур ты есть? Я хочу испытать тебя. Я хочу знать тебя. Я закрыла двери. Я зашла домой. В эту комнату. Начала молиться. И когда я стала молиться, Дух Святой пришел. Дух Святой пришел. Он проговорил. И я просто понял, что Бог любит меня. И я ему нужна. И я не брошенный ребенок. У меня действительно есть отец на небе. Вы знаете, как это много.
Cik tas ir daudz? Когда дети самостоятельно. Kad bērni pastāvīgi. На личном уровне. Personīgā līmenī. Они приходят к Богу. Viņi atnāk zriejot. Viņi priest. Они возрастают viņi слово, которое ты сказал им. Kur tu pateici viņiem. Оно работает. Tas darbojas. Оно тянет их tas к Богу. Svelt viņus И uz они возрастают. Viņi pieaug. Они возрастают. Viņi pieaug. Они имеют личный опыт. Viņiem ir personīgā pieredze. Бог подсказывает. Dievs pasaka. Бог защищает. Aizsargā viņus. Бог покровительствует. Dievs aizstāv viņus. Я вчера был в одной евангелизации. Зернекална. Конечно. Протамс. Мы только начинаем. Мы только сакам. Мы верим, что Местица. Придет великая волна. Варанс вилнес. Придет великая волна пробуждения. Вилнес от мода. Мы не жалеем сил. Мы не жалеем спекс. Мы не жалеем времени. Не жалуем лайк. Мы стараемся, чтобы каждое лидерское превратилось в помазанное общение с Богом. Сводить это тикшина с Ардием. По крайней мере, я стараюсь, чтобы каждая встреча или с пасторами, мальчика, или с моими помощниками, или в школе, или где, каждая встреча должна быть помазана. Это была, должна стать духовной лабораторией, в которой будет Дух Святой строил сильную личность. Но было не так много людей. Но, ведь тогда усыла. Дорогие, когда даже 12 человек покаялся, это тоже успех. Это тоже благословение. Я вернулся домой. И когда я вошел в комнату, мои дочери бросились мне на шею и кричат: «Папа, у нас успех!» Я никогда таких сверкающих глаз видел. Я никогда не видел таких сияющих лиц. Я видел настоящее счастье в глазах детей. Но давно ли они были в пеленках? Давно ли я ходил с ними в коляске возил? Вы знаете, когда видишь, когда младенцы созревают, то нет большего счастья. Нет больше радости видеть, как дети ходят в истине. Как дети, не просто тусовка религиозная, не просто околачиваются возле церкви, что благодать Божья пропитывает их мышление, пропитывает их сознание. Говорит: «Папа, я со своего класса пригласил уже шестерых человек». Вторая пригласила четырех. Они были у нас сегодня дома. Пока вы там проповедовали, мы им проповедовали. Мы смотрели молодежь. Они смотрели, как каются люди. И я им говорила то же самое, что вы говорили. Я им сказал: «Ну вы хотите покаяться?» Они все сказали: «Конечно, мы хотим покаяться». Мы все покаяются. А потом говорит: «А вы хотите на языках говорить, как мы говорим? Бог может крестить вас так же, как и нас, так и вас». И они все в один голос говорили: «Конечно же, мы тоже это хотим». И говорит: «Мы начали молиться за них». Они все заговорили на языках. «Папа, вас не было. Мы были сами. Благодать Божья. Она начинает работать. Она начинает действовать». Это целая ячейка, 10 человек спасенных, крещенных Духом Святым. Я думаю, интересно. Зепникался 12. В Гарковне 10. Но туда собралось так много людей. Там зал был на 720 человек. А здесь, без особых затрат, благодать Божья работает. Дарбояс. Недалеко дети отстали от взрослых. Халлелуйя. Взрослые, нам на пятки уже наступают. Поспешим к совершенству. Давайте оторвемся в конце концов, а то будет скоро стыдно. Дети приведут целую тысячу, а мы будем разбираться, где ашеры. Чтобы дверь закрыть от сквозняка. Господи, я так рад, что наши дети, они сегодня в атмосфере Божьей мудрости и Божьего помазания. И сегодня, когда дети вернулись со школы, я спрашиваю: «А как девчонки ваши?» «Ну как, юс мейтенс?» «Ну как? Они все светятся. Они когда уже уходили из дома,
Танечка, кричи с порога. Не забудьте, перед едой молитесь. И когда утром встанете молитесь, и перед сном еще не забудьте, это уже, по крайней мере, 100%. Вы должны это делать. И те отвечают, 100%, конечно, будет. Аллилуйя, 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 аллилуйя. И мне, как отцу, Макатайлам, так приятно, и патейками, так радостно, и прецейно, что благодать Божья нечестно принята, но велтик пени, что дети взрослеют, к бальни, бальни ключ, что дети уже не просто поют песни, и хихи или ха-ха прикалываются, унергают. Слава Богу, молодец Диан, что дети начинают ухватывать, к бальни сак, эту суть вещей, запросто лету бутыбу. И видеть, что круто, это когда люди каются, принимают Дух Святой. Завтра они будут исцеляться. Мне так радостно, что мои дети вместе со мною служат Богу. И я и дом мой, мы действительно будем служить Богу. Завтра они будут возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. Благодать Божья, она не оставит нас на прежнем месте. Мы будем развиваться, мы будем возрастать и служить Богу. Судя по времени, многим из нас уже не мешало бы стать учителем. Но, увы, иногда беседуем со взрослым человеком, коптит воздух. Смотришь, топчется на месте. Человек не хочет расти в благодати. Господи, развяжи нас сегодня. Мы хотим развиваться. Мы хотим видеть успех. Мы хотим, чтобы слава Божья умножалась. Дорогие мои, младенец возрастал. Пусть это ощущение возрастания, оно пребывает с нами. Я уверен, что когда благодать Божья приходит, когда помазанники Божьи молятся, когда Гекторы Гименесы, когда Дахосы, когда Кеннеты, Копланды, Кеннеты, Хегены, Бенникины, они просто благословляют тебя с экранов, с этих кассет, принимай это помазание, смотри эти программы, учись, благословение принимай, возрастай. Стай, развивайся, объяви войну своему невежеству, своей религиозности. Бог, я не хочу стоять на месте, я хочу спешить к совершенству, я хочу исполняться Духом Святым, я хочу возрастать и приносить для Тебя великую славу. Аллилуйя! О, благодать Божья! Пусть она умножается и растет. Я уверен, что мы не останемся прежними. 1 Иоанна 2:12-14. И будем заканчивать. 1 Иоанна 2:12-14. Здесь записано так. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас. И вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас. И вы победили лукавого. Нам принадлежит великая победа. Дети, приходите в отроческий возраст. Отроки, давайте поспешим к совершенству и перейдем в юношеский возраст. Что нас движет? Что определяет наш рост? Что движет нами? Благодать Божья. Слово Божье, которое пребывает в нас. И мы победим лукавого. Аллилуйя. Закройте глаза и скажите: благодать Божья, двигайся во мне, вразумляй меня, обогащай меня, пусть утверждается мой дух, пусть наполняет меня премудрость, пусть слава Твоя накрывает меня, веди меня к высотам, веди меня к победам, веди меня, Господь, Себе, к престолу Твоему, судя по времени, может быть, мы уже отстали, опоздали, может быть, упустили, но, Боже, мы берем реванш,
Мы ускоряем свое движение. Мы поспешим. Слово Твое будет обильно вселяться в сердца наши. Мы не останемся прежними. Мы не отступим назад. Мы не будем топтаться. Мы будем славить Тебя и развиваться в Духе Святом. О, благодать Божья! О, благодать Божья! О, Дух Святой, двигайся! О, Дух Святой, двигайся! Кела маханди ла ла маханда! О, ла маханда ла 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 маханда! О, Дух Святой! О, пусть приходит зрелость сыновства! Мы будем юношами сильными! Мы будем отцами! Мы будем взрослеть! Ай-яй-яй-яй-яй! Ко-шек-раманда! Шил-каманда! Кара-мен-ора-ле-рега-сакре-мале-регре-де-шта-ламба! Аллилуйя! Глер-бе-шик-раманду-ла-га-ба-ханде-я! Гибла-ба-ре-кам-ре-тир-я-кур-я-бре-ка-тер-я-га-ла-бар-я-канда! О, Боже, высвобождай славу свою, высвобождай славу свою, воспитывай нас, вразумляй нас, поднимай нас, переводи нас, пусть приходит зрелость, огонь твой, о, пусть приходит мудрость твоя, Дух Святой, двигайся, аллилуйя, кибра балакамбричея. Кин бангандо стикра флеш тире глотерия лекренде. Аллилуйя. Аллилуйя. Курмена ло лобаска кафра дешти ригера флеш тире глара баришенца. Глембар гавре дешти сетце ригера дешти сетце. Кида ла ла бакендре ли 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 ли. Alba gedere bagura balestala la balanda. Alba stigre metula gremantele da baragasha zanda. Alla manga la balagor beresace setele la balanda. Armina la la makenda. Kaya la mahanda la la balanda le re 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 re. Shinza glerbeshe glabretiri rigere brishkiri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы славим Тебя за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты переводишь нас. За то, что Ты вразумляешь нас, воспитываешь нас. Пусть приходит зрелость и совершенство. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Жинтал габре дишеце крабле тергале блиштеце крабле тарале дере блиштеце тарале дере дишеце. Аллилуйя.